Билеты куплены, и тронулся автобус. Перекрестившись, завалился спать. А надо бы, молясь, глядеть всем в оба. Не то под лед проворимся опять. Опасности расширили захват. Не встречной полосе смерть распахнула руки. Посмертно выявят, кто будет виноват, и покалеченной кровь выделят по группе. Задолго до рождения я мишень микробам, что текут по пуповине. Меня высчитывают все, кому не лень, хотя как будто числюсь неповинным. Но смертный приговор уже меня согнул, и участью моей заинтересован враг, и выхода мне нет. Лишь только в щель одну. Еще и неизвестно, кто мне будет рад. В коляске, на закорках и у отца под мышкой рискую приземлиться головой вниз. И, видимо, тогда сподобился расслышать, как ненадежна махонькая жизнь. Затмились первые шаткие шаги, падения, кувырки, познания мира. Ударов тысячи, как не стряслись мозги, по крохам, по извилинам все шире. И вспышка молнии на выходе в упор не испепелила, страху нагнала. Задумался, как следует с тех пор, об участи посмертной, где все сгорит дотла. Что в общем хоре слабый голосок, когда об этом столько и повсюду? Но все же радостно сказать по силам смог, когда такой раздрай вселенская остуда. Христа принял, он верой наградил. Возвысил над прошедшим, подтянул Голгофе, и цель конечная вплотную, не вдали. Как жаль, что многие сильнее меня оглохли. 2 марта 2006 года.